The only way I could do to reach shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel the nails of his fingers sticking into mine. No? The first night he said to me, let's share our memories. I remember I was sort of afraid, but then he smiled, and we hit the switch together, and then I felt Так, давайте сейчас проясню, что происходит. Всем привет, с вами Зяблик, а точнее Лотос, и мы играем в Remember Me. Эта игра не так давно вышла, я, конечно, хотел еще раньше по ней сделать, так сказать, первый смотр, но все как-то не доводилось, я не знаю, буду ли я делать прохождение полное Remember Me на запись. То есть я, конечно же, его пройду, но на запись не знаю. Кстати, в этом видео еще будет присутствовать ключик для от игры в Стиме, так что смотрите внимательнее, потому что этот ключик просто мелькнет перед вашим экраном. Если вы успеете его первыми взять, я с помощью Стима вы его активируете, и у вас будет игра. Так что не упустите свой шанс. Так, давайте продолжим. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband's arm. Here. Первый. Воскрешение. Перезагрузка. Важная информация о противниках сохраняется. Блин, мне ничего не дают сделать. Я прям просто языком. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nelin. What year? What did you say? Nelin. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Не знаю, по звуку меня хорошо будет слышно или плохо. Доктор Квейд. Yes. Странно. This... Нет, все-таки колышешься. Возможно, мне плохо слышно. Лед просто у меня постоянно такое предчувствие. Но... А, стоп. Я ж могу вот так вот выкрутить. Громкость музыки уменьшить. Сейчас мы это все настроим.
Гамма меньше. Опа. Так, думаю, все будет норм. Subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Ладно. Yes, doctor. Похоже, она из психбольницы. Просто какой-то костюм такой напоминает лично мне. Good day. Raise your head, please. Thank you. Now stand up. Я, конечно, сейчас могу быть сонный, потому что сейчас поздно уже. Капком представляет. Капком нам все представляет. С мышкой все нормально вроде бы. Сейчас мы пойдем за этим голодосоподобным. Ух ты. Ну да. Что еще ожидать от будущего? 2084 год. Не такое уж и далекое будущее. Я по ней хожу или это полу, или это над полом появляется, я так и не понял. Странно. Знаете, что это напоминает? Напоминает, что смесь шестого элемента, потом вспомнить все и Mass Effect. И портал. А это вспоминает игру какую-то про тюрьму. Риддик. Короче, такая раньше и серия игр про Риддика была. Неплохая довольно, кстати. Нилан. Нилан, can you hear me? Yes. They're about to wipe your brain, Nilan. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice. You have to listen to if you want to live. Don't leave me alone. А куда мне бежать, интересно? Please stand in line and wait for your turn before sitting down on the chair. Network anomaly. Temporary quarantine established. Thank you for your patience. Please stay alone. That got their attention. Nilan, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensei. I'll feel it. The door. Go under it. Now. Так, тут у нас обучение идет. Так, на этот ролик я ничего не могу сделать. Пролезаем. У меня такое ощущение, что меня плохо слышно. Просто, может, моя паранойя уже идет. Может, это паранойя, ну и ладно. Ого, ужасе. Интересно. Хочу в него. Фак. Не ну. Я бы хотел бы за ним погонять. Оперативная единица? Если этот робот гигантский, то так офигенно. Оу е. Окей,
маленький. Дрын-дрын-дрын. Ничего, что такой большой. Какой-то активный, это мне не нравится. Окей, 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 окей. Бегу, 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 боюсь, 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 боюсь. The passage on your right. Так. Take it. Так, вот знаете, все-таки мое чутье не подвело меня. Там слишком громко было. Так, ну все, теперь продолжаем. Так, начнем мы с леса. Это местная канализация. И почему-то во всех канализациях стоят как вентиляторы. Это стереотип. Странно. Куда мы свалились? Почему он за нами не прыгнул? Он большой. Он ушел. Или там дверь закрылась. И опять все пропустил. Эх. Так, вот тут Aliens with Predators. Да. Where am I? Ух ты. Ух ты. Вау. Quickly. Чего? Куда залезать? Так, вот этот. Гроб? Окей. Теперь я Ван Хельсинг. Ван Хельсинг мод. Чем-то мне это все Half-Life еще напоминает. И, конечно же, Call of Duty. TV Sports and Call of Duty. То, что я делаю, указывает мне, что искать. Пьер Сулаш. Или Сулаш. Я точно не знаю. Но я не вдавался в подробности. Чёрт. Прям в каком-то хорроре. Нилан, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilla, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter, and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now! The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Знаете, как ошибка в браузере 404. Так тут то еще 404, так что мы сейчас находимся в браузере, прямо в браузере. И remember me. Еще раз повторяю. Так, эпизод первый. Нет, я это не повторял. Так вот, в данном видео есть ключик от игры в Стиме. Бедная жизнь, низкие. Чё? Почему я ничего не нажимаю? Он сам все нажимает. Так вот, в данном видео и появится ключик в Стиме. Точнее, ключик в Стиме. Ключик в видео появится. И там будет ключ от игры. Так что спешите увидеть. Следите просто за видео. Мне кажется, ли там бензин разлит. Масло, масло. Просто что это за зомби? Йоу. Thief.
there now. Things lost now. A new us. Tears and grins. Lost. Look! A new us! Pain is shared now. Dark pain. Fear is lost now. Been searching. Long time now. Tears and grins! Sister? Meet? How about... friend? Что за Джонни? I'm not part of your tribe. Is that it? Ой, теперь мне дадут драться, или нет? I don't want to fight you. Когда мне бежать? You're gonna have to, Nilan. These guys will kill you. Use your presence. Что мне делать? Чего? Окей, так, я что-то нажал. Так, если нажмите кнопку... А, не так, чтобы выберите прием. То есть... подтвердить. Мне же надо взять теперь помощь. Чё? А, то есть это как бы мой прием. Неплох. Not bad. Теперь это еще и... как там его. Не, ну, боевка, боевка определенно просто из Бэтмена. Просто точно так же на пробел уклоняться. Так еще контратаковать, как интересно. И еще это какие-то пришельцы. Так что. Юфо, точно. Miserable, monstrous, more like. They are the abandoned children of our Sensen age. Simply humans, like you or I, but cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear. Another justification for the errorist cause. Who's that? Еще какие-то монстры. Наверное, сейчас оружие найдет и накостыляет мне. Тут ничего нет. Я бы тут бы пошарился бы, но нет, нам ничего не дают. Ух ты, куда он делся? Иди сюда, я тебе. Okay, you need to get out of here. Go find Headache Tommy. О, I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Так, это у нас. Цель. То есть у нас связки комбинации. Так. Окей, так. Ладно. Будем вдаваться в подробности. Ух ты, про кнопку мыши ногой, да? Ничего что. Ну, Assassin's Creed просто... Я, наверное, единственный человек, который узнал в этой... игре столько игр. О, тут что-то есть. Да блин. Прыгни. Теперь туда, прыгни. Да. Паркур такой же убогий, как и в Ассасинке. Знаете, на что эти маски похожи? А я знаю, Silent Hill, вторая часть. Паукан с масками. Я просто монстр. Edge. Who is this Tommy guy? Tommy was your closest friend. A former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404. The leaking brain. You can't miss it. Кто посчитает, сколько я и с какими играми я тут сравнил, дам аккаунт с FIFA и в Ориджине. Так что я просто так. И именно Лотос. Обращайтесь ко мне в ВК.
Даже нефиг писать в комментариях. Так, я что-то еще нашел. Памятка. Я буду собирать памятки. Я вообще пройду эту игру на 100%. Кстати, я Tomb Raider на 100% прошел. На PS3. Было дело. Было дело. Так. Это трущобы. Ну, типичные трущобы. Вот это вот, вот. Вот это вот Венеция. Assassin's Creed. Это Венеция, Tomb Raider, потому что в Tomb Raider тоже подобное было. Это просто... Ну да, тут паркур больше из Tomb Raider, конечно. Но мне так кажется просто. Ух ты, Гладис. Отстань, Гладис, о. Я не могу взять. Короче, могу такой, вау, спрыгнуть с паркура. Да, избить всех нафиг. Вообще люблю бить всех. Дядь. Чё он за мной летает, этот Гладис? Чувак, я тебя догоню. Не связывайся лучше со мной. Их там еще что-то бегает. Чё? Чё ты сказал? Что ты сказал про мою мать? А? А, террористы оставили для вас тайне внимания. Так. То есть как тут? Я что-то не понял. Ну и... Чё-то не понял прикола. Но не достаю. Я... Короче, я ничего не понял. Ничего ж там прыгать. Просто запрыгаешься. Ну, паркур точно. Не от мира сего. Сейчас драка будет. Просто большая поляна. Наша драка, да? Как же я угадал. Ваше здоровье на исходе мышцы сенсинга. Окей. Наверное, сейчас себе и смогу еще и хп восстановить. Как просто бог. Окей, пока недоступен. Ну ладно, мы не будем ввязываться в подробности этого приема. Неудобно мышкой управлять. Ое. А, куда я нажал? Ну просто Бэтмен. Да, боевка просто взята из Бэтмена. Я не говорю, что это своровано. Я вообще не говорю, что эта игра на что-то похожа. Нет, я говорю все-таки. Ну, боевка из Бэтмена. Мне она только Бэтмена напоминает. Эх ты! Грубиян. Кинь страшно. Любил я всегда такие миры. Ух ты, я могу себе ногой хп рекинь. Слушал, что там прокричали memory, память. Ну куда мне идти? Запутался. Вон куда меня показывает истинная стрелка. Дай пока. Паркур мастер. Вниз. Страшно.
страшный черный, прямо с Dead Island. Слушайте, а создатели Dead Island и чего-то там еще, я не помню, делают новую игру. Так вот, похоже тоже, скриншотом. Тоже девушка на ходу. А тут садится. Пофиг. Ладно, идем. Идем. Выхи. Давай, залазь. Так, чё? Ты тут страшная хрень какая прыгнула. Давайте подеремся. Наверное, слышно, как на мышку долблю. Хотя мне тут держать нельзя. Значит, тут было бы намного приятнее на геймпаде играть. На консольке. Это было бы офигенно. Я так и не понял в надобности этих комбо, я просто валю всех. Ну все, так, доступен у нас навыки. Странный удар, ну ладно. Сейф, сейф. Прям как в Варзи. Фух, ладно, мне уже нужно перестать сравнивать эту игру. Не, я ее не сравниваю, просто так. Уж, это уж неинтересно. Птички, ух, они лазят. Почему они не хотят, чтобы я отсюда выбрался? Они просто хотят меня убить. Опасный горячий пар. Мне тут все подсказывают прям так. Давай, лезь. Все, я... Не, мне я не умер. Конечно же. Как же меня убить? Как же вообще так может быть? Это же было бы неинтересно, если бы главный герой мог убить. Умереть. Идите нафиг, ну что делаете, а? Что с там происходит? Труба? Возьми трубу, хотя бы чем-нибудь тут отбиваться. Я, это моё. Беги, беги. Give me your face! Your face! I've lost face! Bad child! I lied! Flies are eating me! Какой-то он мега плохой, что ли? Первый босс файтинг в этой игре. Окей. Ладно, я понял, как его убивать, сразу говорю. Потому что это же банально. Я думал, он должен разбегаться, а не... Ну чё, уж совсем, а? Он сильнее покоренности. Люпырит. Ему же название даже дали. Да я просто всех тут разношу одной рукой. Главное смотреть на вот эти вот значки, которые меня предупреждают. Просто я на уклоняться. Но я им не следую. Так, блин. Чё ты, а? Крутой что ли такой, а? Да вот что, а совсем уже? Я что-то просто уклоняюсь. Все хп хочу восстановить, дайте мне просто хп восстановить, и все. Да вы... Ч
чего, а? Совсем уже. Я так и не понял, как все хп восстанавливать. О, вроде бы была сейчас камбушка. Камбушка на хп. Ничего ж я просто про тут. Ух. Честно, это моя... Давно я в такие игры не играл. Все, что ли? The Leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's waiting for you at the leaking brain. Кран. Прям мне так подсказывают, что мне нужно сюда подойти и нажать. Окей. Гладис. Мне что-то другое напомнило. Че, поехали? А, мы не поедем. Окей. Я думал, мы сейчас поедем куда-то путешествовать. Я не знаю, я бы отправился бы тут в путешествие. Так, у вас больше нет причин бояться липыри. Тут дверь пилят. Распорядиться. Бу-га-га-га-га. Здрасте. Что-то я это... переборщил. Ух ты, тут мне закрыли. Ну все, типа говорят, попал ты, чувак. Все. Ничего они не получат. Это ж понятно. Баян просто. Я вот все-таки думаю, это город с Биошока или Венеция. Нет, это будет Венеция. Или нет, это будут трущобы. Так, ну я думаю, на этом мы и закончим первое представление об игре. Я не знаю, буду ли делать я полное прохождение или нет. Я еще над этим подумаю. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. И хорошее настроение. Надеюсь, вы увидели ключ. Или не увидели.